Сегодня в основной день голосования. Избирательные участки по всей стране открылись ровно в 8 утра и продолжат работу до 20 часов. Наш участок находится в самом центре города Минска. Понятно, что новостроек здесь нету, поэтому количество избирателей небольшое. В списке избирателей у нас 694 человека. Мы надеемся, что сегодня наиболее активно пойдет голосование наших избирателей ближе к 12 часам, потому что так сложилось, что эти выборы проходят с одним выходным. Ну и традиционно более молодые представители наших избирателей, они, конечно, семейные, и понятно, что люди хотят отдохнуть. Акцентов делается много. Во-первых, каким образом организовано само участие людей, которые приходят на участки, каким образом есть возможность голосовать для людей с ограниченными возможностями, как ведут себя комиссия, как ведут себя сами наблюдатели, потому что не всегда наблюдатели корректно могут себя вести. Такие случаи тоже в нашей практике присутствуют. На самом деле, все, что касается избирательного законодательства, мы смотрим, как оно соблюдается в том или ином случае. Мы в составе наблюдателей группы МПА СНГ, уже третий день в Беларуси, видно, что проведена большая работа. Агитация проведена на правовой поле. Все то подготовительные мероприятия, которые проведены соответствующими комиссиями, они все соответствуют избирательному законодательству Беларуси и международным избирательным стандартам. Сегодня мы намечаем наблюдать выборы в нескольких участках города Минска, встречаться с избирателями, с членами комиссии. И все те процедуры, которые необходимы, мы это будем контролировать.